Текст. И улыбочку, улыбочку. Прекрасно. Давай, давай. И с папой, если можно, с папой еще. Да, конечно. А ну, фотографируй, давай. Есть. Супер, с помолвкой вас. Спасибо. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приготовились? Да, Филипп. Смотрите, пожалуйста, точно не видно. Нет, я здесь все знаю. Тетя Люк, вы и тут уверены, да? Спасибо, спасибо, спасибо. Кажется, нашли. Отдача личных, там у папиного друга маленький домик. Так, кидай адрес, я папе отдам. Пап, сейчас тебе адрес кидаю, сколько нашла. Да-да-да, еду туда. Она у тебя за ушко. Гениально. Удивил? Так удивил. Люблю аромат твоих сладких I love you. Ночи такие волшебные, мы к нулю. Больше не бьется, не сольза, не love you. Это уже было в кадре, можете не делать. Но короче была это было. Разгоняемся камера, мотор. Какая разница, что это, если она вон под машину бросилась?
приготовились. И начали. Леша, если бы она тебя пригласила, ты бы остался, да? Ты бы с ней выпил. Ты не Ксюша. Лёшенька, я люблю тебя, слышишь? Лёшенька, я тебя всегда любил, Лёш. Ты мой ответ знаешь. Она меня вообще принимает. Я и че? Воспользовался, бросил? Не, не получилось? Нет, все нормально. Я думаю, как и получится. Пусть сюда раз. Воспользовалась и бросила, что ли? Заткнись уже, а? Почему нужно заметить ее? Слушать, иди к самой Ленке, ей ной. Если ты не ее муж, то мне тоже больше не стоит. Картошка подгорела. Как тебе мать это будет? Сейчас на одной линии, да? То есть картошка подгорела, видимо, не так близко к картошке. Как мать теперь будет есть? А мне рот ты не закрываешь, значит, никто. Значит, ты отец своего ребенка. Да никакой ты не отец. Это просто так. Брякнула, ты и поверил, даже побежал к Ленке жениться. Что-то я не понял. И кто я отец? А я что, помню? Все имена должны сказать, да, на Эдика работала. Ты что, вообще святого ничего нет? Ты как ты могла мне соврать? Я всю жизнь считал, что она моя дочка. Ты может и ты, а может и не ты, я что-то ДНК делала. Иди сюда! Иди сюда, я сказал! Успокойся! Кто? Да, Света, как прошло все? Передали, да? Спасибо. Огромное вам спасибо. С меня премия. Все просто прекрасно. Лена, все замечательно. Скажите, а что вы сегодня делаете после работы? Это долго? Я вас подожду, пока вы будете разбираться с вашим бывшим. А потом мы отправимся в ресторан. Будем праздновать. Я свою удачную сделку, а вы свой развод. Ну, как вам этот план? Отказов не принимается. Стоп! Давай, командуй! Стой, придурок! Стой! Стойте! А ну походите! Отойдите! Конечно, конечно. Ну что здесь делать, а? А догадайся, с трех раз тебя дурака спасла. Ты же долго думал, прежде чем сюда залезть? Этот босс медом намазан, что вы сюда все прете. А ну прилазь бегом, давай! Стоять! Я сейчас прыгну, ясно? Все. Ребят, вы лучше идите, куда вы шли, а? Меня здесь уже больше ничего не держит после того, что я натворил. Вы понимаете, я сам на себя в зеркало смотреть не могу. Вот жучара, ну прыгнешь ты сейчас, дальше-то что? Мы же за тобой следом сиганем. Если шеи коллективно не сломаем, все равно тебя вытащим. И потом уже накостыляем так, чтобы мозги на место вставить. Кстати, все мы делаем, говорит. Гош, смирись, ты сегодня не помрешь. Гоша, я так могла даже никто не называл. Стоять! Не понимаете? Я предал вас. Я сам все испортил. Ничего же нельзя изменить. Конечно, изменить нельзя. Мы
перекрыть старые воспоминания новыми, ты еще можешь. Но решать тебе, конечно. Или ты сейчас уйдешь последним трусом, или попытаешься хоть что-нибудь исправить. Ну хотя бы в память о Маше. Так, стоп, здесь что-то не так, явно. Пойдем в ректорат. Так, успокойся. Ну, не знаю, по каким критериям, но я жду. А вообще, что, смотри, по жизни, в разы перевести. Ну, ты зададим, что больше меня казалось. Я на главной начальнице так рассказать. Вообще, в жизни реально не там происходит, да? Лик, ты куда? Лик? Какая лига? При чем тут дядя Миша? Он никакого отношения не имеет к нему ничего. Так, я сейчас побежал. Супер. Да? Давайте. Сначала. Приготовились. Давай вспомним. Приготовились! И начали! Приготовились. Ну вот там тут так поставить. И начали! Репетируй. Да. Ну и дальше ты должен побежать. Покажи еще раз ему. Давайте закроем машину. Давай. А, ну, сложно, давайте. Мечи скрещены. Спасибо за дома. Сдавал на все? Сдавал. Я говори, да. Рита! Рита! О, наконец ты явился. Ничего не хочешь объяснить? Вы
Ты хочешь Ксюшу в этот клянуть? Зачем ты оставляешь сестру? Мама, хватит уже. Сними эти розовые очки. Для начала вот это. Лена! Коля, сделай что-нибудь! Лена, что ты делаешь? Она разбирается. Сумка, идем отсюда, все. Я еще не закончила. Потом мы их задушим, все. В этом возрасте рушить семью. Почему ты ее не остановил? Она же твоя жена. Ну, мне чуть руку не сломал. Стоп. А по фокусу ты не мазанул в конце? Знаешь, сухода. Двоечник. Сухода. Тишина. И начали. Трогай меня руки в двери, я сказала. Ты дома, моя сестры, пусти меня. Поделаешься и не мечтай. Там, где три бабы ночуют, хозяина дома не будет. Я сама слышала, как прислуга с ним разговаривала по телефону. Если сработаете тихо, то еще с бабой развлечетесь. Ну что, даю адрес? Ага. И это про мой процентик. Не забудьте. Ну все, серый. Я тебе когда-нибудь левые наводки давала. Какой наш, сестренка? Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. С Новым годом! Вот и родился Новый год. Пускай он будет для вас счастливым, веселым, радостным, задорным. Пускай рядом с вами всегда будет человек, который сможет поддержать любые ваши начинания. Пускай рядом с вами будут люди, которые будут вас вдохновлять. Дерзайте, желайте, рискуйте. У вас все получится.
она у тебя за ушко. Гениально. Удивил? Так удивил. Прости. Такое чувство, будто один. Мы незаметно оба грустим. Это твой жанр, это твой стиль. Твое оружие против моих сил. Мой город стих, и ноты настиг. И этот час дремоты настиг. Страсти, страсти. Это ли несчастье, но душа летела над лужами. Но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами. Но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам сиденье вот так поднять. Так поднять сиденье. Ну, видимо, надо ключ зажигать, да, так понимаю. Так поднять сиденье. Андрей, нажми на тормоз, только не нажимай, просто на кнопку нажми. Королева Снежная, называюсь я, вьюги и метель, вот мои друзья, холод, лед и стужа, вот дворце мое заберу я Каю, забудьте все о нем. Знать бы это наизусть.
Текст. И улыбочку, улыбочку. Прекрасно. Давай, давай. И с папой, если можно, с папой еще. Да, конечно. А ну, фотографируй, давай. Есть. Супер, с помолвкой вас. Спасибо. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приготовились? Начали. Смотрите, пожалуйста, точно. Нет. Я здесь все знаю. То есть, Люк, вы точно уверены, да? Спасибо, спасибо, спасибо. Мне кажется, нашли. Отдача речник, там, во-первых, друг, мой ребенок. Так, кидай адрес, я папе отдам. Пап, сейчас тебе адрес кидаю, все, нашла. Да-да-да, еду туда. Она у тебя за ушко. Гениально. Удивил? Так удивил. Аромат твоих сладких, I love you. Ночи такие волшебные, мы к нулю. Больше не бьется ни сольза, не love you. Это уже было в кадре, можете не делать. Ну а хорошая была это было. Разгоняемся, камера, мотор. Какая разница, что это, если она вон под машину бросилась?
приготовились. И начали. Леша, если бы она тебя пригласила, ты бы остался, да? Ты бы с ней выпил. Ты не Ксюша. Леш. Лешенька, я люблю тебя, слышишь? Лешенька, я тебя не всегда любила, Леш. Ты мой ответ знаешь. Она меня вообще принимает. Я и чё? Воспользовалась и бросила? Нет, не получилось? Нет, все нормально. Это как и получится. Весь сюда раз. Воспользовалась и бросила, что ли? Заткнись уже, а? Почему даже заметь ее? Слушай, иди к самой Ленке, ей ноль. Если ты не ее муж, то мне тоже больше не стоит. Картошка подгорела. Как тебе мать это будет? Сейчас на одной линии, да? То есть картошка подгорела, видимо, не надо так близко к картошке. Угу. Как мать теперь будет есть? Мне рот-то не закрываешь, значит, никто. Ты отец своего ребенка. Да никакой ты не отец. Это просто так. Брякнула, ты и поверил, даже побежал к Ленке жениться. Что-то я не понял. И кто я отец? А я что, помню? Все имена должны сказать, да, на Эдика работала. Ты что, вообще святого ничего нет? Ты как ты могла мне соврать? Я всю жизнь считал, что она моя дочка. Да может и ты, а может и не ты, я что-то ДНК делала. Иди сюда! Иди сюда, я сказал! Успокойся! Что? Да, Света, как прошелся? Передали, да? Спасибо. Огромное вам спасибо. С меня премия. Все просто прекрасно. Лена, все замечательно. Скажите, а что вы сегодня делаете после работы? Это долго? Я вас подожду, пока вы будете разбираться с вашим бывшим. А потом мы отправимся в ресторан. Будем праздновать я свою удачную сделку, а вы свой развод. Ну, как вам этот план? Отказов не принимается. Стоп! Давай, командуй! Стой, придурок! Стой! Стойте! А ну походите! Отойдите! Конечно, конечно. Ну что здесь делать, а? А догадайся, с трех раз тебя дурака спасаю. Ты же долго думал, прежде чем сюда залезть? Этот мост медом намазан, что вы сюда все прете. А ну перелазь бегом, давай! Стоять! Я сейчас прыгну, ясно? Все. Ребят, вы лучше идите, куда вы шли, а? Меня здесь уже больше ничего не держит после того, что я натворил. Вы понимаете, я сам на себя в зеркало смотреть не могу. Вот жучара, ну прыгнешь ты сейчас, дальше-то что? Мы же за тобой следом сиганем. Если шеи коллективно не сломаем, все равно тебя вытащим. И потом уже накостыляем так, чтобы мозги на место вставить. Кстати, еще Мадилов говорит. Гош, смирись, ты сегодня не помрешь. Гоша, я так могу даже никто не называл. Стоять! Не понимаете? Я предал вас. Я сам все испортил. Ничего же нельзя изменить. Конечно, изменить нельзя.
Но перекрыть старые воспоминания новыми ты еще можешь. Но решать тебе, конечно. Или ты сейчас уйдешь последним трусом, или попытаешься хоть что-нибудь исправить. Ну хотя бы в память о Маше. Так, стоп, здесь что-то не так, явно. Пойдем в ректорат. Так, успокойся. Ну, не знаю, по каким критериям, но я жду. А вообще, что, смог по жизненному в разы двигаться? Ну, ты за этими, чтобы больше меня призналась, я... Могла не начать, если так расскажется. Вообще, в жизни реально никак без слезы, да? Ли, ты куда? Ли? Какая лига? При чем тут дядя Миша? Он никакого отношения не имеет к ничему. Сначала. Приготовились! И начали! Приготовились. Ну, вот, там поставить. И начали! Репетируй. Да. Ну и дальше ты должен побежать. Покажи еще раз ему. Давайте закроем машину. Давайте. А, ну, сложно, давайте. Мечи скрещены. Рита! Рита! О, наконец-то явился. Ничего не хочешь объяснить? Ее
Сними эти розовые очки. Для начала вот это. Лена! Коля, сделай что-нибудь! Лена, что ты делаешь? Ты сама разбирайся. Я тебе говорила, что я убью своего ребенка. Говорила! Что за человек такой, а? Лена, Лена, успокойся, все, хватит. Она подставила мою дочь, я ее убью. Ёбнутая. Полицию забирай. Давай, иди, пиши. Ты думаешь, мне про тебя нечего сказать? Ты что же тебе сделала? Мам! Мне что, весь список огласить? Спокойно, ты что такое? Все, Полиночка, куда никуда нас успокоили! Ты здорово придумала, сама свалила, нам во всем этом разбираться, что ли? Ты посмотри, дома срач какой, жрать нечего. Я, что ли, этим должен заниматься? Так, все, погулял, я тебя прошу. И что это за шутки с разводом? Я тебя никуда не отпущу. И для ста! У нас в разводе в одностороннем порядке, бросил вас ебатым ящиком. Так, сумка, иди отсюда, все. Я еще не закончила. Потом вы их задушу, все. Стоп. А по фокусу ты не мазанул в конце? Знаешь, сухода, сухода. Двоечник. Сухода, сухода, сухода. Тишина. И начали. Трогай меня руки в двери, я сказала. Ты дом моей сестры, пусти меня. Что делаешься? И не мечтай. Там, где три бабы ночуют, хозяина дома не будет. Я сама слышала, как прислуга с ним разговаривала по телефону. Если сработаете тихо, то еще с бабой развлечусь. Ну что, дай адрес. Ага. И это про мой процентик. Не забудьте. Ну все, серый. Я тебе когда-нибудь левые наводки давала. Спокойной ночи, сестренка. Да, даже если эта женщина твоя собственная дочь. Серьезно, что ли? Да, да. Разберусь. А ты что такой мордоносный? Это Ленки? Я за его. Я поэтому как бы из нашего возраста подписал. Сирена, ты не можешь. Я бы не говорил, что ты не прощу. А то не будет никогда. Ты зачем спасал? От Ленки, видишь? Зачем тебе вообще в подружке отпускал, если так переживаешь? Я не переживаю, что освободишь, она опять просто не взглядывается. Поэтому мне руку пишут. Что, надеешься, что подразить придет? Слушай, еще не убивай себе себя. Ты уже 100 лет в органах не работаешь, ведешь себя как мел. У меня одна надежда, что Ленка, если нет, по глупости еще вчера еще. Не, ну чисто статистически. Она же не может каждый день во что-нибудь вляпаться. Это женщина. Как ничего не закрыто. Стоп! Thank you.
какой-то, но и отдыхает. Не перезвонишь, уволю. Так, это что-то маленькое. Я не помню, что какая-нибудь женщина тебя так сыпала. Ты даже свою бывшую жену так не упасть. Кристина меня в промышленном шпионаже задействована, ну да, в отличие от этой курицы. Почему она убежала? Она что, страх потерял? Не понимаю. Пусть все, я стал. Приготовились к репетиции. Маришка, тебя как вызывают? Приготовились к репетиции, тишина. У нас репетиция, можно всем помолчать чуть-чуть, пожалуйста, спасибо. Что это за хрень? Начали! А вот это надо тут лейка? Какая-то чуть-чуть детская, по-моему. Ольга! Приготовились к репетиции. Маришка, тебя как вызывают? Приготовились к репетиции, тишина. У нас репетиция, можно всем помолчать чуть-чуть, пожалуйста, спасибо. Что это за хрень? Начали! А вот это надо тут лейку? Какая-то чуть-чуть детская, по-моему. Ольга! Вообще-то. Я думаю, вам пока лучше дома остаться, если тетя Лена придет. Туда. Если мама придет, то она обязательно позвонит. Так, слушай, Леш, я с ума сойду. Все, я с ума сойду. Вы сами говорили, что он в России за рулем, да? Надо, чтобы кто-то его контролировал. Так, все, что стоим?
Техническая пауза. Дальше. Поехали, ну потащи. Ну и что? Это ничего не значит. Я вообще не понимаю, зачем так на этом Лешке зацепилась? Ты же раньше как-то ровно к нему относился. А раньше папочка не боялась его потерять. Да он никогда ни за кем не бегал. А знаешь, что самое обидное? Пап, я же просила ее. Я талантливее, я умнее. Да я на красный диплом иду, а это... Здоровье твоей матери беспокоюсь, а бабушке моей будущей невесты имею полное право. Правда, Ксюша? Да, безусловно. Вот. Понятно. Спели, значит, да? Можете поменять. Да. Мы тоже свою коалицию можем организовать. Взять идущий классическая пара. Стоп! Крышу починить. Да. Мы приготовились и начали. Текст! Люди,
на виду. Вот буду просить, все будет. Это уже. Видишь, нет. Не сатанейте, я повезаю. Ему плохо, а вам ничего. Ну, вообще. А мы будем взять еще один, да? Да, иначе. А? А мне не может. И спутник, и вообще все равно. Да, все уйдут. Серёж, даже нет, уходите оттуда сразу. Идите на прыгар. И спутник, и вообще все равно. Да, все уйдут. Серёж, даже нет, уходите оттуда сразу. Идите на прыгать. Пока. Ты на завис. Зачем ты здесь сидишь? Зачем ты ехал? Хочу лично проверять. Не забывай, не пропади. Если проверишь, ты везде не останешься. Ты уже обработал помощник? Да, даже если эта женщина твоя собственная дочь. Серьезно, что ли? Да, да. Я уж разберусь. А ты что такой мордоносный? Из-за Ленки? Или из-за Егора? Я об этом как бы из нашего дня сюда писал. Сирена, ты не знаешь. Я же не говорю, что ты не знаешь. А то не будет никогда. Зачем спасал? От Ленки, зачем ты ее вообще с подушкой отпускал, если так переживаешь? Я не переживаю, что освободишь, она опять вас не прятает. Поэтому мне рад пишу. Что, надеешься, что подразить придет? Слушай, еще убивай себе себя. Ты уже 100 лет в органах не работаешь, ведешь себя как мне. Ни одна надежда, что Ленка, если нет, погубишь еще вчера, еще помню. Не, ну чисто статистически.
Наш не может каждый день во что-нибудь вляпаться. Это женщина. Тут ничего не закрыто. Стоп! Прибереги, сейчас я попробую. Сам дал ей выходной, не говори, а ты проверишь. Не перезвонишь, уволю. Так, это что-то маленькое. Я не помню, что какая-нибудь женщина тебя так цепляет. Я даже свою бывшую жену так выпросил. Крестил меня в промышленном шпионаже за 10 лет не было, в отличие от этой курицы. Почему он тут лежал? Она что, страх потерял? Не понимаю. Прибереги, сейчас я попробую. Тишина. И начали. Сам дал ей выходной, это на ее пикает. Перезвонишь, уволю. Так, это что-то маленькое. Я не помню, что какая-нибудь женщина тебя так цепляет. Я даже свою бывшую жену так выпросил. Крестил меня в промышленном шпионаже за 10 лет не было, в отличие от этой курицы. Почему он тут лежал? Она что, страх потерял? Не понимаю. Просто всё, я стал. Приготовились к репетиции. Приготовились к репетиции, тишина. У нас репетиция, можно всем помолчать чуть-чуть, пожалуйста, спасибо. Что это за хрень? Начали! А вот это надо тут лейка? Какая-то чуть-чуть детская, по-моему. Ольга! Приготовились к репетиции. Маришка, тебя как зовут? Приготовились к репетиции, тишина. У нас репетиция, можно всем помолчать чуть-чуть, пожалуйста, спасибо. Что это за хрень? Начали! А вот это надо тут лейка? Какая-то чуть-чуть детская, по-моему. Ольга! Thank you.
вами вообще-то. Я думаю, вам пока лучше дома остаться, если тетя Лена придет. Туда. Если мама придет, то она обязательно позвонит. Так, слушай, Леш, я с ума сойду. Все, я смотрю. Вы сами говорили, что он Россию за рулем, да? Надо, чтобы кто-то его контролировал. Так все, что стоим? Техническая пауза. Дальше. Лёха, хватит болеть! Давай, давай, что ты дверь запер, обрус? Давай быстрее, слышишь? Ты тоже мне больной, блин. Внимание, начали!
спасибо. Ваш, мою энергию вам. Давайте, давайте, давайте. Берите. Любимый. А! Все. Спасибо, ребят, спасибо. Главное, не болейте. Хорошо? Ой, это Сашка, все. Все, Сашка. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам большое. Это Андрей? Андрей, вы прекрасны. Тебе. Вы прекрасны. Спасибо огромное. Ой, спасибо большое. Александра, пробегай. Давай, беги, беги. Пока она не видит. Это попозже. Сейчас я Сашке подарю. Типа от меня, да? Ну нет, ладно, я скажу. Александра, это не от меня. От вон того столика. Ох ты, моя птичка, моя. Мой воробушка. Ребят, все, спасибо. И финальный... Мне кажется, это будет продолжаться долго. Спасибо вам огромное. Мы сделаем, ребят, еще концерты. Вы прекрасны. Зевнешь на какой-нибудь важной встрече? И сконфуженно сморщишь лоб и полюбит тебя именно в этот вечер. А полюбит тебя обязательно за другое. То, что чужому и невдомёк. Друзья, привет! Прошу наш первый концерт в Москве. В Москве! Скоро! Темная комната, ужас. Мы собираемся поехать в Питер, дать концерт в Питере. Я только что об этом узнала. Сколько человек в Питере? Кто придет? Кто придет? Напишите вот здесь. Для статистики нужно знать. Счастье свое опускаю на юг. Мощное состояние из-за вашей энергии, из-за вашей поддержки. Спасибо вам. Эфир на YouTube потом, когда мне его скинут. И я надеюсь, что все его смогут увидеть. Кто не смог увидеть, вы обязательно его посмотрите. Спасибо вам огромное еще раз за вашу поддержку, за ваши эмоции. Я сейчас сам как-то... Друзья, привет. Невероятные какие-то эмоции. Эфир я выложил, но его из-за авторских прав на одну песню заблокировали в ряде стран, в число которых, к сожалению, попала Украина. Но не отчаивайтесь, я выложу еще...
Что-то покраснело туда. Да. Все хорошо. Ну что, мы совсем скоро с минут на минуту начинаем. Так у меня сердце стучит. Да. У меня тоже. Сейчас начнем. Слов нет. Все, одни песни. А такая есть? Еще и фары выключает. Чтобы вообще ничего не видно было. Один раз справились. Значит, второй раз должен быть. Что, подкиньте вас? Подкиньте вас. Может, подкиньте вас, подвести. Может, пофиг, может, собьем. Типа, но главное отыграть. Да. Стремно. Да ладно, фигня, все, господи. Все, все, начинаем, господи. Никого не сбить, тормозить. Не угробить технику на пару миллионов рублей. Почему я нагоняюсь так? Не психую. Сейчас снимаем на Екатерину? На Андрея. Потом на кадр на Андрея. Диман, с лестницы уходят все. Андрей, было да, хорошо. Да, с лестницы уходят, чтобы... Нет, сейчас пока не надо. Нет. Так, давай вертай кошку сюда, пусть тут на повторный осмотр берега. Давай, сюда. Давай. Свяжись с группой техников, пусть пишут, присылают болтоход. Да. Удалось на месте. Отлично, давай, запускай. Давай, давай, ой, давай, ой, давай. Ой, ой. Что, родители пришли, им что сказать? Ну, что сказать? Ну, сказать, что ищем, работаем. Я не знаю, успокой как-то. Будут новости сообщить. С комплектом для группы. Славян, давай, тащи комплекты. Звони удалось. Давай, давай, прозванивай. Давай, где они? Ну, давай нормального старшего отправляй. Отправляй, отправляй. Короче, такое дело. Рацию мне нужно. Я надо. Вообще не вожу тачку. Вообще. Но всем сказал, что вожу. Придется везти. Это мои первые и последние съемки. Извини, Вань, по-моему, твои тоже. Только как. Это серьезно, да? Помните, железная дорога зона повышенной опасности. Будьте внимательны и осторожны. Не подвергайте свою жизнь опасности.
энергии, за эмоции, за то, что вы это так приняли, за вашу искренность. И поэтому я надеюсь на продолжение нашей концертной деятельности, как минимум, как минимум. Ну и, конечно, я купаюсь в цветах и в ваших подарках. Спасибо огромное. Спасибо вам за внимание, спасибо вам за... Всем привет! Неважно, залетит это в рек или нет, господи, но информация такая. Прямой эфир нашего концерта будет, и он будет профессиональный. Это будет команда, снимается с камер, и самое важное, с аккаунта Андрея, с Инстаграма. Аккаунт Андрея. А я люблю аромат твоих сладких I love you. Ночь такие волшебные мы к нулю. Больше не бьется ни... Вот он, мой хороший, сиди. А я уже все, теперь я буду контролировать тебя. Меня, ой, господи, этого еще не хватало. Каштан у меня контролировал, кошмар. Я же абьюзер. Все, вопросов нет. Белым то же самое. Ага. Все, мы готовы. Внимание, мотор, камера. Камера идет. Мотор идет. 27.5.1. Приготовились? Начали. Посмотрим. Ура! Спасибо. Сашурка самый лучший партнер. Какая сладкая. Маленький такой. Кто последний, Сашка, чтобы обнимать? Маленький такой сладкий. Все. Генерал. Генерал Саша. Генерал Каштанка. Генераша Кашташа. Всем добрый день, доброе утро. У меня сегодня смена с такими сценами, прям ох. А завтра концерт, и меня что сейчас трясет перед сценами? Эти мысли перебиваются завтрашним концертом, программой, как и что. Покажу вам свою актерку. Такая, мини-дом. Люблю актерки, хочу когда-нибудь себе трейлер взять и поехать в путешествие. Такие вот дела. Как у вас дела? Сейчас покажу вам своего мужа. Вот он. Дорогие друзья, совсем скоро состоится премьера фильма, где мы с Сашей имели счастье сниматься. Отель «Феникс», канал ТВЦ. 17 числа. Я играю маму, Саша дочку, конечно же. Да. Но фильм не такой веселый, как мы сейчас. Фильм гораздо более мистика, серьезный. Детектив. Мистика-детектив. До встречи на экранах. Героине Александре Каштановой прекрасной. Фильм очень необычный, он очень красивый, стильный. И если его кто-то не видел, посмотрите. Правда, очень приятно. У меня вот на руках сейчас спала дочь, и я даже не поверила своим ушам, когда услышала. Спасибо большое. Спасибо. Мы вас...
в прямом эфире. Короче, ребят, мы снимаем. Я бы никого нет. Да пофигу вообще. Не важно. Нифига себе, что начали, а? Когда я вышла, главное, начали. Ну за люди вообще. И не говори, слушай, надо будет его куда-то поставить, чтобы. Ох. Здесь да. Вот. О, грузоперевозки, о! Такси, обращайтесь. 8-906-730. Да, сейчас надо будет поставить куда-то телефон, чтобы нормально снять. Его же нельзя в руках держать. А можно попросить? Можно вас попросить? Держать вот так вот, именно лицо. Короче, сейчас. Да, все, я перевернула. Это просто прямой эфир. И нас снимать прямой эфир. Спасибо. А крыша-то что, да? Сейчас, подожди, защелкну. Спасибо. Все. Сейчас они скажут что-нибудь. Хозяин там, да? Да. Уехали. Ну, мы уехали далеко. Так наверняка. Ты меня снимаешь? А, да. Мне сказали держать прямой эфир, поэтому можете что-нибудь сказать. Я хочу сказать, что эта сцена одна из самых экшн-сцен в нашей прекрасной детективной драме, сериале. Да. Вот. А машина моя, мне ее очень жалко. Ой, да ладно. Все? А может здесь? А я могу. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Так, ребят, это уже такое дозрило, так что, ну, хорошо. Давайте так работать. Мне придется убрать телефон, но сколько надеюсь, что-то. Подписчиков? Сейчас пока 4. 4 человека смотрят. Прекрасно. Давайте приготовились на исходное. Здесь не упадет. Ты нам говоришь? Сынный. Смотри, она сейчас как GTA должна выйти. Вынуть человека там даже. Чуть-чуть мог прыгать. Готовились, камера, мотор! Сейчас я... Может, там было? Видно не было. Сейчас, ребят, прямой эфир. Сейчас ругаться будет. Пусть ругается.
только снимаем. Да. Наш Леша. 18, 18, 18 сцены сняты. Машина Лыкова и вот... О, здание, крутое здание, посмотрите, какое крутое здание. Вообще. Ребята, это на Рафаминске, такие находятся здания классные. А прохожие тоже нужны? 21. Ну, парочку, да, парочку можем зацепить. Круто. Ну, я боюсь, он очень испугался, да? А, ну и зато не надо было ничего играть. Блин, я боюсь. Ребят, без каскадера, без дублера, просто Леша сам, все сам, на механике, 79-й год, Volkswagen. Подожди, да, свободно, свободно, остаются фоновые, Тетенькая и Жигуль. Максим, я вас не сильно напугал? Потом, не сильно я вас напугал? Таня. Прекрасно. Ну, то есть Максим, Саша, Ира и... Да все уже. Ну все. Прямой эфир. Все свободны. Мы едем в Кутаиси, наконец-то! Мы едем в Кутаиси на это. В Кутаиси едем. Спасибо большое. Я надеюсь, мы... Ох, сегодня крайняя смена. Крайняя смена этого блока. И у нас будет продолжение. Мы будем снимать продолжение, поэтому ждем. Я прямой эфир. А? Прямой эфир. А прямой эфир. А на каком основании прямой эфир? Ну, разрешение вот, есть на прямой есть, эфир? Есть, найдем. Что найдем-то? Давай, показывай прямой эфир. Прямой эфир. Не убирай прямой эфир. Наш злодей. Убирай прямой эфир, я сказал. Ой, все, ребят, спасибо, что вы смотрели. Спасибо. Куда идти-то? Куда идти? Не пугайте меня. Как он? Так. Виолетта зашла. Привет, Виолетта. Мы тебя все любим очень сильно. Мы тебя очень любим. Очень любим. Приходи к нам в гости. Ты слышала? Очень. Ты слышала? Мы тебя все ждем на площадке. Конечно. Возьмите меня в прямой эфир. Я на самом деле добрый. Мне просто шрам приклеили, поэтому у меня такое лицо злое. А так я хороший, добрый актер. Ну, как бы вообще, вот, отец детей. Отец детей, классно звучит. Отец детей, вот, и муж жены. Все нормально просто. Дочь матери, да. Леша, скажи что-нибудь напоследок. Я же отснялся. Я тоже. Сегодня у нас крайняя смена в этом блоке. А потом мы с тобой воспитываемся. Не важно. Что-то мы делаем потом. Вот наша собственная гримерка. И костюмерная. У нас по райдеру прописано. Да. Нет, сами будем. А она еще икру красную заказывает. А вот, да. Ну что, все? Как говорится, back to black. Всем пока. А, женщина, наденьте ветку. Я не знаю. Если верить книжкам или фильмам, призрак, выполнив свою миссию, уходит в лучший мир. Но я же пока здесь. Тем более я не типичный призрак. Так, парень, голову покажи. Ага. А вот у тебя шишка есть. Как ощущения? Да вроде нормально. Сколько пальцев видим? 3. Ты чего улыбаешься? Галика, что ли, словил этот удар по башке? Похоже, Галиков больше не будет. А жаль. Александра Каштанова, наша гордость, радость и любовь, съемки в проекте «Отель Феникс» закончила. Огромное ей спасибо. Браво! Держи тебе подарок! Дымы берем, остальки берем.
кого-то водка была, сразу отзвонись. Ну ты же меня знаешь, я долго не останусь. Все, Борь, все, давай, давай на связи, даже ударай пока. Короче, с добрым утром. Я тебе твой любимый завтрак приготовил. Смотри, какая красота. Ну что такое, ну, дочь, ну. Как я же еще рассказала, меня Леша отшил. Ему другая нравится, на что мы не верим. Пап, да она абсолютная посредственность, она даже близко со мной не стояла. А ты не знаешь, почему другие люди? Я же лучше ее. Конечно, лучше. Ты вообще, ты самая лучшая. Ты... Пап, да. А я не знаю, что я... Можем Антон Михайлович? Да. Тишина приготовились. Начали. Добрый день, уважаемые дамы и господа. И вот наступил тот самый судьбоносный момент, ради которого мы все здесь сегодня собрались. От имени администрации нашей области я объявляю результаты тендера, который проводится в рамках федеральной программы «Комфортная среда». Итак. Тендер на строительство проекта Афины выигрывает компания «Альэкострой». Ура! Аплодисменты, бурные аплодисменты! Спасибо. Признаюсь, для меня эта победа стала большой неожиданностью. Но я гарантирую, что наша фирма «Аэрокострой» сделает все, чтобы реализовать проект. Аэромотор. F-18-7-1. Тишина, приготовились. Антон, да? И начали. Ну что, дорогие друзья, коллеги, вот в этот замечательный, солнечный, теплый день мы отправляемся в очередное путешествие под названием, как мы говорим, кино. Желаю всем хороших съемок, позитивного настроения, улыбок. И помните, вся наша любовь, она потом видна на пленочке. Ура, ура! Поздравляю всех! Ура! С Богом! Внимание! Начали! Очень важный пункт, он мне так помог, это работа с остеопатом. Поэтому, если у вас есть какой-то свой остеопат, это прекрасно. Если нет, найдите, это решит массу вопросов. Всем привет! Привет, друзья! Вот по поводу Санкт-Петербурга, да, мы спрашивали, сколько у вас человек, готовы прийти. Вот такая вот цифра, 2500. К сожалению, мы всех, ну, не получится всех собрать, ковидные ограничения, все дела. Но мы постараемся сделать концерт, поэтому следите за нашей информацией, билеты будут. Да.
Да? Да. Да. Все. Мы как на футбольном поле сейчас, в стадионе. А помимо Санкт-Петербурга мы будем делать концерты в... Питер. Да. А помимо Питера в Санкт-Петербурге. Так, а если серьезно... Другие города. Сейчас мы список городов. Нижний Новгород, Уфа, Уфа и Казань. И Казань. Кто, да, откуда, напишите, кто придет. Кто придет. Да. В общем, фишка в том, что в генезисе всегда находят варианты, которые подойдут каждому. Главный косметолог клиники Генезис Наталья. Да? Вот. А я вот показываю, еще взяла себе одну упаковку. Счастливая, довольная, получила свою порцию красоты. И еду к подруге. В общем, поедем по своим. Сегодня, сейчас в моей жизни начнется новый этап. Новый этап знакомства с телом. Это тот курс, про который я вам рассказывала. И я бегу с предвкушением на занятиями. Сегодня, сейчас в моей жизни начнется новый этап. Новый этап знакомства с телом. Это тот курс, про который я вам рассказывала. И я бегу с предвкушением на занятиями. Девочки, всем привет! Очень многие спрашивали меня про мою фигуру, и я попробую сейчас ответить вам в историях дальше, что делаю я, а точнее, как слежу, да. А еще мне нравится в генезисе, что у них можно сразу же подобрать вместе с врачами абсолютно любой уход, от люкса, вот, пожалуйста, Вальмонт. А вчера я для себя, например, открыла... Сейчас вам покажу. Ваша елка прекрасная. Вот это вот абсолютно бюджетная косметика. Но я вчера взяла маски и вот эти патчи очень крутые. Вообще и крем для глазик. Вы думаете, это бредит малярия? Это я. Это было. Что-нибудь скажете? Что? Что сказать? У меня осталась одна сцена и все. Грустно? Да, не то слово. Грустно, но... Я же сказал, что не болен. Так, ты тоже чихающий. С отцом вместе постели. Тишина в армоторе. Приготовились. Дверь закрыли в комнату, Ксюша. Закрыли, везде дверь. Тишина. Уйди к двери, прижмись, Андрей. Ну, к своей. Тишина. Мы на моторе. Камера мотор. Уже хлопнули, все. А кого он хлопнул? Мы уже хлопнули. Жестко! Начали!
Стоп, камера. Вот реакция правильная. Да ну нахуй. Она добрая. Мне попросила хотя бы другую какую-нибудь квартиру на самом деле. Я попросила другую хотя Алло? Да, это я. Почему опаздываю? Нет, я не опаздываю. Еще 5 минут. Детей нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Вот так живем. Мне приходится его терпеть. За это я тебя люблю, Саша. Я тебя тоже. Такая маленькая, воробушек такой. Доиграется же когда-нибудь. Сейчас склеиваю видео. Оно состоит из 3 частей. Тогда, когда я вернулась, чтобы снять вам там, где жил Яшка, поговорив с соседями без их спроса, я не снимала их. Потом, когда мы ушли и нашу встречу уже с Александром, не с самой первой минуты, а уже потом, когда начался разговор. И потом, когда он нам вынес вот этот вот браслетик. Это девушка Юля, волонтер, которая и помогла Яшке. Я с ней поговорила, напишу про это отдельный пост. Вот только что с ней разговаривала. Это она удалила пальчик. Она сделала все документы Яши, и он у них жил. После того, как, живя у Александра, Яшку подстрелили. В общем, смотрите, слушайте. Это того стоит. История просто мистична. Я уже зашла. Александра дома нету. Поговорила с соседями. Вот это вот двор, где жил Яшка. Мне кажется, это немножко неэтично все это снимать, но я поговорила и спросила. В общем, я не буду сейчас снимать самого человека, оставлю просто звук. В общем, вот видите, на забор не убежать. А извините еще раз. Извините еще раз. А у него телефона нету, да, вы говорите? То есть никак с ним. А когда, в какое время хотя бы он дома бывает? Потому что я уже 3-й раз приезжаю. Ну, ну, вряд ли. Сегодня я 2 раза бачу. Заходим, выходим. Угу. Ну, ясно. Хорошо, ну тогда я буду еще приезжать. Спасибо вам большое. Да, все, всего хорошего. Хорошо, может... Вы просто скажите, я просто специально приехала, в субботу была, его не было. До этого тоже приезжала, не было. И я решила, то, что выходные дни, и он обязательно должен быть здесь. Если вы скажете в утреннее время приехать, я могу в утреннее приехать. Просто, ну, мало ли, может, он работает, уезжает. Он же ничего о себе не рассказал, телефон не дал. А вы говорите, что его у него нету. Ну, поняла. Хорошо, тогда буду вылавливать. Я настырная. А если его не будет, спросите у него, пожалуйста, вы. Мы хотим ему подарить собачку, чтобы ему не было одиноко. Если он хочет, то пусть скажет, как вы. Хорошо? Хорошо. Все, спасибо вам большое. Да, всего хорошего. Угу. Ну, в общем, вот. Больше, наверное, неэтично снимать.
шансов убежать здесь у Яшки не было. Вот. Отчиталась. Алло, скорая? Да. Тут плохо всем. Приезжайте. А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя, тебя, тебя. Я невозможно скучаю, я очень болен, я почти умираю. А где-то ты и ничего не узнаешь, а я боюсь, что потерял тебя. Еще и фары выключают. Это вообще ничего не видно было. Один раз справились, значит, второй раз должен быть. Что, подкиньте вас? Подкиньте вас, может, подкиньте вас, подвести. Может, хочешь, может, собьем? Типа, ну, главное, отыграть. Стремно? Да ладно, фигня, все, господи. Все, все, начинаем, господи. Никого не сбить, можно стормозить. Я убрал технику на пару миллионов рублей, почему я нагоняюсь так? Ну, тихо. Едем. Внимание! Лифт! Что это? Похоже, лифт сломался. А, ну, не волнуйтесь, его быстро починят. Как сломался? Лифт 2! Свет! Так, спокойно. Мамочки. Спокойно, я с вами, все будет хорошо, не переживайте. Аварийный! Ой, простите, просто я... Что случилось? Я... У вас был страховый? Главное дышать. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Дышите, дышите. Выдох. Ну. Вот. Так-то лучше. Полной грудью. Вас как зовут? Я бедная несчастная. Развенёт. Живу. Ой, Елена. Можно просто Лена. Просто Лена. Главное, не забывайте дышать. Вот так. Очень приятно познакомиться. А я Егор. Вдох.
я прекрасно понимаю. Мы с ним тяжело были в последнее время, его кто-то был подстрелил. В смысле? С Шарикова пистолет. Не знаю, кто-то соседи, он, ну, вечером. Ну, он постоянно, его все соседи знали. И я слышал, кто-то, ну, машину выбрал, а он такой раз и выбежал, потому что у него подружки тут. И кто-то его там, может, тогда уже посмотреть с правой стороны, вот такой есть такая черненькая пятнышка. Вот это, у него такой карман был, кто-то Шарикова пистолет оставил. Ужас какой. И где вы его лечили? Девушка, по-моему, ее, и она занимается. Там... Она живет и была. Я вам вынесу. Если можно, я тоже ей безумно буду благодарна. А еще у меня, знаете... Ему же надо еще и чип, все его. Да, вы говорили. По интернету, да, я вам вынесу номер телефона. Давайте. А еще, знаете, мне какая к вам просьба? Скажите, пожалуйста, а чем вы закормили? Вообще, как вы живете? Да. Недорогой, да, то есть я безработник, то есть, ну, постоянно покупал ему суп недорого, это куриные шейки, головы, то есть вы ему варили супы? Ну, не, он не ел супы, каши, у меня сестра работала в ресторане, ну, там, ну, нормально, делала тоже, угу. Но он мясо любит. Это да, мясо он очень любит. И мороженое. Мясо, мороженое. Он бананы ест, он и арбузы любит такой, ну, человек. Да, он на самом деле человек. Я вас очень прошу, Саш, я вам привезу в ближайшее время собаку, просто поймите, он же тоже, вы же видели, нет, какой нормально. Он радостный, вы же видели, же все сами. Я просто сначала, знаете, как мне, потому что много кто, это наша собака там. Ну вы же видели, я вам все приметы ее показала, да. Я все, то есть сначала я разозлился, потом уже смотрю, да, чтобы даже старше ваше, извините, конечно, что... Нет, вообще не проблема, потому то есть... Ну, я позвоню... Наоборот, спасибо, что вы его нашли. Да. Этой девушке позвоню, ну, которая помогла лечить, но она сказала сидеть, она, ну, они вообще тяжело, не хотели мне его отдавать, эту собаку. Почему? Не знаю, а потом привезли, просто попросили извинения. Ну, он всегда выбегал, заявился. А как он у вас там выбегал? Ваши закрытые ворота? Лапами открывал. Сидел возле себя, ждал. И тут он тоже справился. Он как хаски, знаете, тот фильм, который... Да. Вы имеете в виду хатик? Да. Он сидел либо возле памятника, либо возле свободного. Ну, потому что куча там сидела. Да. Вы с ним идти гулять, он такой на машины кидается. Да, на машины кидается. Я ему это волонтер привязал, попросил, чтобы одевал, ну, чтобы не потерять его. А так и мне его любил, конечно, с тем было. Какое время вас лучше застать, чтобы я сделаю, я там прививки, все, что нужно, я сделаю точно так же. Вы ему помочь? Нет, я имею в виду для вашей будущей собачки, то есть не переживайте. Я всегда дома, просто это. Ну вот я сейчас только что с вашим соседом говорила, он сказал, что... Я ходил, маму провожу. Поняла. Мне мама живет. Поняла. Саш, еще раз спасибо, не прощаюсь. Подождите, я же принесу номер. Давай. Я хочу до дома, помогите мне. Это вот эта вот девочка, если ей позвонить, то она... Да, мама, а как она его идентифицирует? Джек? Сказать, что нет, это Джек? Нет, ну Джек она знает, и там уже документы Ричи написано. Ну, Гай Ричи, да? По паспорту Гай Ричи. Она назвала его, она говорит, не обращай внимания, то есть он Джек. То есть она это сделала бесплатно, вы ничего не платили, все шло? Ну, она молодец, она как волонтер, да? Спасибо. Ну, он дома собак ездит, кормит. Ну, умница. Я они, видно, где-то тут катались, потому что тут когда-то, видно, его зацепили сначала. А где вы его нашли? Возле второй школы. Мы сидели, я в родственников заходил, он вырыл ямку под забором. А вы же говорили, где-то около пруда? Нет, возле второй школы. Вы говорили, где-то пруд, Белогородка, Задел? Нет. Ну это я, наверное, на эмоциях что-то не понимаю. Нет, сначала, потому что... В интернете писали, что, ну, Катя с Петровского девочка искала, тоже проезжала, говорила, муж на озеро ходил где-то с сыном на охоту или на рыбалку, и где-то там собака потерялась или дерево упало, он такой, смотрели, но не он. А у вас нету интернета, да, насколько я понимаю? Нет. А скажите, пожалуйста, а вот эта вот девочка, которая, вы говорите, Яша вот помогала? Юля ее зовут. Юля, да. А она не рассматривала, мы постоянно выставляли на всех сайтах объявления. Так она он уже тоже в интернете есть, что это. Не было ни одной. Посмотрите, не знаю, как на каком сайте. А я на всех сайтах искала и везде есть, она мне сама показывала эту сайт. Я ей позвоню. После второй школы я вам говорил ямку и сам залез, начал играться. Я даже, ну, я такой был, у меня там проблем куча была. И он такой раз принес играться. И вот это, ну, даже не обратил внимания, что он породистый, знаете, как-то. Думаю, заберу его себе. И так он со мной пошел и от меня не отходил. Ну, правда, он какой-то другой стал, вот, чуть-чуть пожил там с этими волонтерами. Так подождите, вы его взяли до волонтеров или после? До. А потом, когда его подстрелили, им занимались волонтеры? Да. Ну, я его вылечила. Всю операцию, что делала, и
подсвечивала ему все. Я позвоню ей обязательно. Все, тогда не прощаемся, Саша. Спасибо, спасибо большое. Вам огромное спасибо. И знаете, я до сих пор поражена. И огромное количество людей, о которых я рассказала эту историю. То есть, чтобы вы понимали, я этой дорогой вообще практически никогда не ездила. Я никогда особо не ездила этой дорогой. Я все время ехала через город. А тут вот эта доля секунды, когда вот просто вжи в противоположной стороне, я вас увидела. И вот пятая просто точка сказала, что очень похожа на Яшу. Вы же все видели, как это было. Мальчика, Джекрасова, и привезу его вам, хорошо?